солнце, вы смотрите рубрику «День с солнцем». Сегодня, так же как и ровно год назад, мы пришли на... Подождите, во, на KFC Food Battle. Ой, это кто? Я блогер. Блогер в этом году? Я блогер. В Инстаграме стоит блогер, и все думают, что я блогер. Сейчас я прошу все трибуны. Нет, я в футболе только майками меняюсь. С прошлого года ничего не изменилось. Даже та же самая вот эта вот штука. Ничего. Я надеюсь, что футболисты хотя бы новые. Давай тебе сделаем татуху. Не, не надо. Я такую не хочу. Не хочешь? Она быстро смоется. На спину. Она быстро смоется. И что? Мы будем доделывать. Баллончик купим. Хочешь? И заберешь вот эту штучку, да? Отличная, кстати, по-моему, европейская система. То есть вот мы сейчас идем прямо, а люди идут очень странным зигзагом. Я вообще иду спиной. Это если ты пьян, это проверка на трезвость. Ну, мне кажется, тут испытание дойти на самом деле. Я бы не пошла ради автографа какого-то видеоблогера, даже себя самой. Давай, если честно. Здесь? Иди, давай, я покажу людям. Я потом не выйду здесь. Мне придется стоять в очереди, чтобы... Со мной сфоткаться. Наконец-то. Зачем? Наконец-то. Зачем, когда я могу подойти вот так сквозь солнце? Я хочу фоткаться. Все фотографии. Давай фоточку. В общем, мы получили бейджи, пофотографировались, пообщались с друзьями и поняли, что хотим есть. До концерта L1, на который вот это... Существо хочет. Хочет, а мне придется 2 часа, зная 2 песни. Причем одну я знаю, все танцуют локтями, а вторая песня, единственное, что я тут знаю, это «Тигр-тигр». Мне придется... Знаешь еще? Еще узнать. Мне придется там 2 часа тусоваться, но что не делаешь, не сделаешь ради любви к искусству. Как тебе красиво? Я только приехал, очень много гламурных мальчиков, правда. Можно я второй раз пошучу, что ты сочетаешься с ними? Нет. Да правда, вы посмотрите. Ну, что? И это кто не, у нас? Чего подожди? Очки. У меня все одним дублем снимается. А что очки, чтобы тебя не узнали? Нет, просто шифруется. Шифруется? Я шифрую. О! Ну как вам? Классный. Нам нормально, вчера было веселее, вчера народу было поменьше. Вчера меня не было, поэтому было веселее. Вчера было скучно. Солнца же не было. Солнце и солнце, вот смотри. Врут засранцы, но приятно. Солнце почти выглянуло, и солнце появилось здесь. А это... Работаешь с Сережей, ни бейджов тебе, ни браслетов. Весь день сегодня был. Зачем об этом говорить? Ничего. У меня все есть. Все есть? Поздно. Все снимаем одним дублем. Ты всегда работаешь из театра, никогда не идет. Это женщина или девочка 16-летняя с такой табличкой, пока она не видит, мы ей снимем кадры. Я сейчас сниму. Да, я сниму. Воруют средь бела дня. Стой. Вот ты кто? Ты блогер, а я артист. Это просто фишка, нужно ходить, смотреть бейджики. И спрашивают, ты кто по бейджику? А после этого говорят, а я, и покажет свой бейджик. Окей, я учту. Все, давай, пичу. Научили под конец дня! Вот он чистый фристайл, вот он рэп в чистом виде, таким, какой он если должен бы быть. Она, поаплодируйте, бы, пожалуйста, потерял. Жайко, наставнику проекта KFC Battle направление. Пропустили, прям к парни, те, кто не прошли, не расстраивайтесь, вам выносят призы, девчонки. Конечно, спасибо вам большое за участие, вы и так уже были выбраны среди 2000. Кто приедет выступать? Левон! Солнцемщик! Москва, спасибо большое! Спасибо за вашу поддержку! Тебе хлопают! Давайте смотри, сделаем смотри, вместе, смотри, давайте смотри, покажем, смотри. Насколько мы можем быть громкими! Спасибо тебе! Все! Тебе! Больше информации. Вы такое ощущение, вы выходите просто на улицу и снимаете непонятно что. А, ну типа просто, давай я поснимаем что-нибудь на iPhone. Так не делается, ребят. Надо уделять прямо этому там
день, сходить в какой-нибудь музей, понимаете, друзья? Вот так и создаются шедевры. А то, просто что... он не смотрел нашу новую рубрику «Воу, Москва». «Воу, Москва» я и смотрел, я другого ничего не видел у вас. «Воу, Москва». Здравствуйте, мы в метро, мы спускаемся по эскалатору, это все не он то. Он посмотрел только вторую часть, а вы посмотрите первую, где есть информация. Да и первую тоже я смотрел, где вы гуляете в Кремле, не надо. Поэтому зовите меня, и ваш влог будет интересен. Вот, а я заканчиваю свой влог. Меня звать не будете? Нет, а я заканчиваю. Почему? А, и поэтому она заканчивает свой влог. Подписывайтесь на ее канал. Ставьте пальцы вверх. Ставьте. Так, у меня раньше, знаешь, как мы делали? Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. И давай, и дальше что я говорю? Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А главное? А главное, улыбайтесь. Ну, так тоже пойдет. Все, всем пока. Пока.